вышла компания. Вот, а ну покажу с самого начала, собственно говоря. Вот лихой омут. Почему-то по-английски тут. Ну ладно. Акт первый. Я вновь нужна совету. В такую-то ночь-то. Фантом Ассасин, что ли. Наверное, это магистр Рос снова будет меня терзать. Но я готова ко всему, чтобы меня не ждало. Я покажу, чего я стою. Как заслужу ранг хранителя, все эти нудные испытания останутся в прошлом. Добрых вам, Марии, смотритель Махит. Боюсь, сегодня Мария не очень добрый адепт. Адепт, вы опоздали, адепт Кай. Прошу простить, магистр, это буря не должна быть оправданием. Блять, я комиксы уже давно не читаю, ну ладно. Кай, мы не затем здесь собрались, чтобы оценивать тебе. Решение уже принято. Совет постановил, что ты готова. То есть время погрузиться в глубину из темного рифа. Идут темные вести. На тюрьму напали изнутри. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Короче, злодей какой-то в темном рифе, в тюрьме подводной был заточен, и он, походу, выбрался. Дрон чертовый урон стали сильно потасен жаль, как урон мог вести. Ну да, короче, какой-то злодей все-таки сбежал. Смотрите, мы знаем, куда он придет, первым делом, за кем он придет, даже все изменены, конечно. Однажды совет уже постановил магистером, и сделал это вновь, немало крови, да. Бля, да идите нахуй. Серьезно, о, Свен. О, Виндранер Свен. Это типа... Короче, этот челик выбрался туда из подземелья и типа собирают компашку, чтобы его убить. А, это поиск игры тут будет, все ясно. Серьезно, поиск. Ну ладно. О, водоворот. Водоворот. Каждую неделю 10 счастливчика получит редкое реликвию Сан-Канарели. Как, конечно, блять. Хуже ж я ни разу не получил. Фигня вообще. У меня, короче, всегда у меня либо 500 выпадает, либо 1000, либо 750. У меня даже близко к релику ни разу не подходило. О, голоса, фишечки обновились. За кого тут? О, за инвокера. У него же есть на инвокера уже. Аркана, кажется. Зачем еще одна? Он на... Можно на Бриста, на Врейскинга. На Клинкса или на Лайфстиллера? Мне не нравится Лайфстиллер, лучше на Клинкса. На Инвокера не понимаю, зачем на него же есть. О, на Вингу еще. О, на Вингу побольше, мне кажется, хорошая была бы. Да, принять. Вот так. Отлично. Выберите героя. Ну, я выберу тролля, мне очень нравится. Кстати, тут неплохие герои, я бы многими, я бы и за Тинника сыграл, да я бы за многих сыграл, хорошие герои. А почему тут только четверо, это типа вчетвером играется? Ну ладно, ну в принципе нормально, у нас есть Вич-доктор, ой, то есть Дазл на подхил, у нас есть Лина, там станы, вся херня, я тоже, физуроном, нормально. Тролль-варлорд. Там, короче, что-то написано, вот. А, это как Pass of Exile или Diablo. Я не могу монитор двигать, лол. Эй. Почему мне персонаж сам идет?
Хули, черт, я без хила. Ты дурак, блядь, чисто. Почему у меня уровень не апается? Мне срочно нужно, кстати. О, круто, из них лут падает. Хорошо, у нас дазл есть. Что за бред? Бля, это супер тяжело что-то. Тут, короче, надо не кири брать, а саппортов. Просто стоять, чтобы с магией бить. Но я не знал. Я не знал, что такая хуйня получится. Я б саппорта пикнул тогда. Так, тут лут вроде какой-то выпадал. Нет, показалось. Да, не того я пикнул. Тупо магов пикать и все. Артефакты что-то нельзя покупать никакие. У нас квест какой-то. Найти Crossroads Horizon. Тут какие-то сопли, на типа как у Бристлбека, мне кажется. Эти твари запускают. Дерись, ёпта. Интересно, как тут вообще артефакты покупать? Кнопка артефакты вот есть. Ну вот эти маленькие волки, конечно, волчата, они изи. Вон один убежать решил. Ну такое, пока вот я не могу сказать, что особо интересно. Тут, по идее, босс должен быть, еще что-то. КЗ. Ни хрена там книжка, которая Агилу дает. Лол. Интересно, тут опыт делится между всеми или... Или типа похуй, кто убивает поровну. Круто. Только я не понимаю, зачем мне голда, если я ничего купить не могу.
Да, конечно, 4 Iron Branch это такое себе. Вот так отдам я ему. Прикольная книжка. Типа Агилу перманентно дает, как я понял. О, что-то нашли. Квест выполнили, отлично. Я думал, это магазин. Ну ладно. О, лол. Это типа базу защищать надо. Командер Тарган. What have we want? I'll have to wait. Типа он ждал. О, торговец. О, наконец-то. Наконец-то я могу закупиться. А, черт, у меня мало голды. Ну ладно, в принципе. Вот так закуплюсь. Свен не принимает эту хуйню. Ему нужно поговорить, ага. Командер. Что у него ХП 6000, а нормально танковать будет. Командер. Это типа добрый босс с нашей стороны. Слушай, теперь у меня хотя бы маска есть и будет попроще. Короче, я просто все подбираю, что упадает. Можно союзникам, если что, отдавать. О, круто. О, похилюсь, похилюсь. На скеле успел. Ебать. Чёрт жестко. Не, типа чё-то пиздец. Ну все, пизда мне, найс. Я чё, выкупился, да? О, Люкан. Я его из стана не упущу. Скриньте. Ага, не выпустил. У меня, кстати, по Люкану ни одного стана не прошло. Хотя у него хз. Хотя у него большой урон на самом деле. Да, слишком сильный. О, меня воскресили, отлично. По сути, я его должен не упускать из стана просто. Не, нихуя.
Мне кажется, или у меня станы не проходят по нему. Мне кажется, у меня не идут станы просто. Выкупа у меня нет. Ну да, тут ГГ. Тут бесполезно. У него резист к магии, что ли? Ой, Мулюкана резист к магии, что-то такое. Пиздец, тут ульта Блудсикера еще. Все. Такая фигня. 12 минут примерно продержались. Ну ладно, как-то так. Ну, не особо. Я бы не сказал, что мне особо понравилось на самом деле.